Почему люди легко набирают вес после похудения? Рассказываю. По данным специалистов, после диеты 50% потерянного веса возвращается в среднем в течение 2 лет. В течение 5 лет возвращаются и вовсе все 80%. Такая реакция организма называется эффект йо-йо. Исследователи Гарвардской медицинской школы выяснили, все дело в нейронных связях. На диете пути к нейронам AGRP, они отвечают за контроль чувства голода, усиливаются. После же прекращения диеты пути остаются на достигнутых уровнях, что и приводит к экстремальным сигналам голода, а это значит, человек продолжает много есть и набирать вес. Полученные знания помогут ученым продвинуться еще дальше в изучении человеческого метаболизма.